Всем хай, с вами Пах67, сегодня мы будем играть в CSGO, только, конечно, без драгонов пока что, но будем в военные игры играть, конкур вооружения, вот. Я в него впервые зашел вчера буквально, и, короче, тут там такая веселуха происходит, я еще не знаю. Это типа дедматч, только пушки дают еще. Ну да. Мне нравятся такие режимы вообще, когда типа умираешь и сразу возрождаешься и идешь мочить, но это вообще топчик, мне кажется. Так, лунаси. Так, тихо. О, тер, хорошо. Так, окей, окей, все, все. Я клаву поправлял. Опа, опять серьезный вопрос. Блин, дробовик. Погнали. Что, это я убил? А. Откуда? Опа. Окей. Блин, я только зашел. Окей, ладно, давайте начнем заново как раз. Да. О, ну, лейк, да, думаю, лейк, хорошо. Ребят, недолго отключение было, окей, погнали. Опа, лидер. Откуда? Вот это плохо, что они тут сзади появляются вообще. Это лидер был? Погнали. Вот, лидер, окей, лидер. Откуда он взял? Ой, так, давайте обойдем. О, спер. Чё, нифига себе. Опа, я видел его. Это АФК был, походу. Как он передо мной? У него как? Блин, ММ-ки свои. Блин, как убивать? Надо их убить сейчас. О, ММ-ка. Блин. Где я? Всё, тихо. Это вообще, я не знаю, в Вьетнаме как война, то там везде вьетнамцы эти ходили, блин, появлялись как будто. Ну это я знал, но я бы его не убил сам. Ты мне капец все время. Все. Большой враг. А, это как еще. Че вы? Не помогает. Блин. О, все. Лидер, погнал. Ой, дробовик. О! Нифига себе, я, конечно. Блин, да какой дробовик? Вот пистолет. Что с ним делать будет, как магу? Погнал. Надо залетать вообще. Не, блин, он сейчас был бы. Это ФК тут.
выиграл, у нас только на 10 лет. О, пульсор. Бегло. Дайте пушку. Вот, просто к Сэму лучше вообще, давай. Ну так и дробовик. Не, дробовиков реально не умею играть, на рандом стрелять. Ой. Офигеть, я... Чё? Я лидер-то? Нет. Чё? Как? Он сзади меня появился, это вот что такое вообще? Это как? Окей, 8 выдач подряд. Е, блин, я не попал все-таки. Ну подряд. А мне. Да блин, дайте снизу. Халяв, так, сейфхаус. Ну давай. Сейфхаус это по сути лейк, только здание другое и. Ну. И все, в принципе, мне кажется. Так, ну что там? Первый. О. Блин. Я так тут за спецназ на этой карте играл, поэтому я не знаю, что тут как и керов, но вроде там. Вроде там упадем. Ой. Не, реально. Не почти нет лучше. И еще ликовки. Фу! А, нет, нет, блин, да это хер. Я ему нанес урон, я не знаю. Ой. Жесть, блин. Блин. Это байдер, блин. Нюх. Пойдем сюда. Так, давай еще. О, новенький. Ой. Слушай, реально, ну нет, спецназ больше похож. Меня целится? Я просто сюда украл. Блин, о, да конечно, ну акабы, но у меня это не меня, кстати. Хотя я пойти на хуй, кстати. Если без рофа говорить. Ну, более менее типа. Кстати, не, пойдем. Да почему пошли? Заберись. Ой, дробовик кого-то вот этот. Если бы он нажал, то у меня убьет. Тихо. О, блин, мы вообще все заняты. Ай! Откуда ты? Ну здесь все проходы, они... Короче, игра красивая. Режим, то есть. У них тоже есть. О, блин. О, у меня. Ага, окей. Блин, я испугался звук, блядь, он уже. Блин, да откуда ты вылез? Я убил его? А, убил. Да, мне кажется, норм, где? Я его не знал. Потом АК уже перешел, потому что АК она для профессионалов будет. Для меня убийца. О!
Ну а как у меня сзади появился? Давай с левой крышу. Он надрывал. Оу. Ч, я с такого расстояния? Вы че? Понятно. Логично. Ой-ой-ой, дрогал, давай. У меня зигл, у нас не может спать. Сейчас бы убил его, хочу отбил. Вы на выходе. Чё, ничего не ответил, окей. Шут. Тебе две карты. Мне кажется, в этот режим почти никто не играет, а типа мало игроков. Хотя он веселый довольно. Мне вот нравится такое, когда экстрим прям просто сзади опарыш, там уже игрок сидит какой-то. Хотя 5 секунд назад его не было. Вот это круто. Давай эту карту еще 2000 центов, вот эти 2000 долларов. Не знаю, как она называется. О, фир. Негры. Че, у меня по 9 уже? Сейчас мне бритос погнали. Опа, я стал. Пойду. Че, один убиватель, только что-то. Погнали. Погнали. Блин, он ходит реально. Тут по... Мог бы покруче был бы. Там что я знаю? Опа, о, вот это получше. Здесь появляется. Опа. Блин. Давай, пугай. Давай, погнал, погнал, где вы? Сейчас грешка, ну что, прошу пить, доставки будут. О! О, вау! Надо вспышку принести. Блин.
У. Опа. Ой, как хорошо. Не, мне кажется, колда будет спокойно. Вот он вообще второй, там следующий. Вот это бок. Сзади меня появился. Ух, вот, все у меня. Блин, как мне свет? Ну, понятно. Опа. Блин, да почему? А, сейчас ты. Окей. Нормич. Копатыш. Не, все, я не буду. Ой, у меня же руки офигеть холодные. Короче, я со всего за просмотр. С вами был Павшаша7. Всем пока.